Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World, и мы создаем еще одного супер-пупер-мега-крутого гибрида, потому что он создается из спинозавра, это у нас будет легендарный спинонекс, ребятки, вот такой вот, это у нас спинозавр плюс барионикс, ну сейчас вы увидите, какие именно существа, когда мы создадим, еще из него делается эрликоспикс, ну сейчас мы туда дойдем, вот, как кнопочку нажмем. Вот такой вот вообще красный, ядреный, вообще крутецкий такой вот спинозавр у нас получился. Вообще крутой, правда? И такие более острые шипы, и красная раскраска ему идет. В общем-то, вполне себе такой вот классный, даже обычный спинозавр, если бы был, да, даже не считая, что это типа там а-ля какой-то гибрид. Было бы вообще крутой. Вот такой. Так, скорость 124, то есть высокая скорость, характерная спинозавридам. Удары с кровотечения должны быть. Он 16 левела у нас, поскольку он легендарный. И 2500 на 600. Ну, такое себе, удары не очень. Но у нас эпический спинич и редкий барионикс. Давайте сейчас про него прочитаем. Так, посредством слияния модифицированных барионикса и спинозавра было выведено это уникальное и с красно-фиолетовым окрасом существо, который темнеет с возрастом. Так, упрочненная кожа и более мощные челюсти, которые посрамят предков этого гибрида, делает из спинонекса очень опасного спинозавра. То есть у него, в смысле, посрамят, то есть очень сильный укус. Но, скажем так, у него, кажется, морда немножко более укороченная, да? Вот если смотреть на спинозавра и барионикса, они все-таки родичи, да? То у него более короткая морда, а более короткая морда, это говорит о том, что можно приложить большее усилие. То есть, ну, без риска сломать челюху, то есть он имеет более сильный укус. Вот так, но все равно, думаю, до Рекса он не дотягивает. Как вы считаете, может ли у спинонекса быть более сильный укус, чем у тираннозавра Рекса? Брони нет, шанс крита 5%. Давайте по ударам. Так, вот этот классический, да, новый удар теперь для всех. 0.25, четверть здоровья снимает. Потом кровотечение за 3 хода убивающее. Двойной урон, игнорируя способности уклонения, блин, снайперский удар, я его так буду называть. И ясная ярость, убирает с цели щиты, уклонение и маскировку. Наносит 2x урон. Блин, вообще шикарная тема. Этот вообще, то есть это два похожих удара, только этот броню не проходит, а этот проходит. И щиты, и броню, я так понимаю. Убирает щиты и маскировку с обходом брони, да. То есть это вообще имбовый удар. Тупо против всех. То есть это контрящие всяких там индорапторов, эрли доминусов. Такой крутой, короче. Теперь давайте на эрликоспикса посмотрим. Эрликоспикс нужен 20 уровня нам. Барионикс, спинонекс, точнее, 20 уровня. Нужен будет нам, но оно такое крохотное, мне вот он что-то не очень, хоть и уникальный, это как типа спинотораптор, да, только волосатый, спинотораптор волосатый, ну не знаю, мне пока что по внешнему виду вот этот парень намного больше нравится, я думаю, вам тоже, ребятки. Так, ну можно на весь экранчик раскрыться, и что мы будем делать, давайте мы тогда в команду сейчас изменим, ой, куда-то я вышел, вернись обратно. Раз такие дела, надо взять в команду все-таки этих бариониксов, каких-то там спинозавров. Так, вот это он. Вместо тебя. Вот спинища возьмем. Вместо тебя возьмем. Вот есть у меня барионикс есть. Блин, здесь столько всяких этих бариониксидов, спинозавридов. Вот уранозавр у нас сейчас на карте имеется. Вот вот такой вот парень у нас есть. Так. Я тут карнича решил брать. Ну, давайте посмотрим, кто у нас есть. У меня противники сейчас будут редкая башня. У нас 3 битвы. Там с 11 уровня начинается. Вот есть вот такой вот парень.
Есть. И вот еще там обычный спинич был. Так. Вот. А, вот парень. Вот, вот он есть. Так, давайте еще посмотрим, кто у нас тут есть. В самом низу. Эти неинтересные, 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 неинтересные. Ну, вот, вот он еще есть. Да, а вместо тебя, может, кого-то еще, какого-то спинозавридного возьмем. Давайте смотреть. Так, продолжаю ловить парузавров всяких. Так, я ищу такое, что-то спинозавридоподобное. Ну, вот у нас еще есть, вот барионикс, вот есть этот красный. Давайте пока его возьмем. И сумчатого льва еще взял. Посмотрим. Так, это, по-моему, вот сюда нам нужно идти. Вот такие вот дела. Так, давайте брать вот, вот этих вот ребят. Раз, два, три. Посмотрим. Ну, может, и... Да тут, скорее всего, справится один. Один спинокс. Так, спинокс против гриппозуха. Кстати, вполне себе классическое противостояние. Ведь они оба жили. Один полуводный, да, по последним данным, спинозавр жил такой вот, скажем так, в близ рек и даже там в какие-то тусовался в воде очень часто. Так, и что мы будем делать? У него иммунитета нет. Давайте, что мы сделаем? А чё так слабо? А 0.33? Ну давайте двойной урон. У нас скорость довольно-таки неплохая. Так, иммунитета же у нас нет, да? Никаких пассивных способностей нет. А, ну давайте так тогда пробьем. Нейтрализация, снятие щитов и смерть противников. Так, мегалозавр. Ну, хищники вряд ли там будут у нас. Давайте кровотечение сначала ему дадим. Ух ты, контратака, черт, он сейчас пробьет меня. Нет, не по... О, 666, ребята. Это было неплохо. Ну и добиваем. Блин, ну прикольно. Реально, он довольно шустрый, конечно. Но нет, Индораптор и все остальные там будут пошустрее его. В смысле, у кого есть невидимость и уклонение. Всякие там орнитомимы, мономимы. Они будут пошустрее. Ну, удар у него пока что слабоватый, конечно, на 16 левеле. Ну, крутой, он мне нравится. Ну, как выглядит он вообще шикарный. Шикарнейший. Так, давайте обычного спиннича вызовем. Раз такие дела. Он довершит начатое. Отложенный урон 385. Ну и следующий ход его просто уничтожает. Да, кровотечение, плюс ослабление. Ну тут вообще все. И без шансов. Прикольный. Так, ну и сразу движемся дальше. Сумчатого льва, может, возьмем чисто для профилактики. И в конце тоже можно попробовать дружеский поединок, если вдруг кто есть онлайн. Может, снова Давид будет. Посражаемся. Ну, начинаем с нашего красавца. Красный, это вообще шикарный. А со возрастом он чернеет. Ну, темнеет, да. Крутой, короче. А что это у нас дает? Разрушает щиты, бронебойный урон. Ну, вот так.
Ну давайте классический удар спинозавридов. Отложенный урон и добиваем. Простым ударом. Простым, двойным. Ах, ты ж гаденыш. Замедлил нас. Ну, подмены у нас нет никакой. Так, ну тут нам уже хана. Давайте возьмем такого парня. Так, он поставил щит и пробил нас. Что у него там следующий будет по ударам? Вот этот будет двойной урон, скорее всего. А, ну да, я его добиваю просто. Да. Гаденыш, кровотечение нам дал. А иммунитета у меня нет? Нет. И очищения, скорее всего, тоже нет. Хитрый гад. Давай, будем подменяться. Так, а следующий удар у него будет, наверное, с кровотечением, да? Ай-яй-яй-яй-яй, это ж будет... Или удар будет? Оу, блин, он нас и так почти уничтожил. Ай, ненавижу этих, блин, абориониксов этих. У них вообще удар еле-еле. Так, ну этого мы пробьем сейчас. Но они просто не доживают до реализации своего усиления. Да, ну вот, короче, вот я об этом же. Ладно, давайте сумчатого льва. Вспомним. Прикольно выглядит, шерсть у них неплохо так нарисована. Уклонился и усилился. Так, у нас же тут у кошечек неплохо. Подождите, а усилялка 50%. Это была контратака, я так понял, да? 0.25. Ну, ладно, давай вот так. Дарвиноптеру... Нет, выживет, гаденыш. Так, кровотечение снова дал. А, блин, ну удар этот вообще бомбический. Ну и скажем так, да, игра не стала хуже. То есть кайнозойские как бы гармонично вписались, потому что они в общей лиге. Все, в принципе, нормально. Ай, блин, а, чуть-чуть. Ой, умерла кошка. Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест. Так, ну и добьет его наш главный герой, Спиноникс. На тебе, снайперский удар. Так, это был только второй бой, у нас еще один бой впереди. Так, вот такие вот у нас уже противнички. Спиноникса возьмем. Ну так давайте пойдем. Прикольно, почти все 15 уровня. Так, да, в общем-то классический бой, да. Главные противники. Спинозавров — это крокодиломорфы и крокодилы. Ну здесь бы, конечно, очень бы хорошо зашел удар какой-то а-ля очищающий, точнее снимающий положительные эффекты с противника.
блин, надо подменяться, иначе нам хана. Давайте на обычного спинозавра. Мод 2. Эпический. Да, из-за того, что мы медленнее, все существа медленнее, чем этот Дарвик Гаптерикс, или как там его был. Не, у него какое-то имя покороче было этого. Так, давай крокодильчик. Слабенько, да, да, в 500 всего лишь. А эти, блин, лупят с усилением по косарю. Вот это нормально. Так, ну что, давайте пусть умрем смертью храбрых, так сказать. А, блин, он же не выдержит. Ладно. Ну, для разнообразия возьмем. Мне крысёныша спинотараптора, мне он нравится. Иу! А откуда у него кровотечение? Чё это, суркозуха, удар с кровотечением? Блин, оба кровоточащих существа. Кто умрет первым? Ну, походу, саркозух. Самый главный крокодиломорф. Ой, всего лишь 189 потеряли. Это победа. О, пятерочка, неплохо. Литронакс. О, прузавр. Мод 2. Хорошо. Мегалозавр, неинтересный, скафагнат не помешает. Так, идем к дружбанам смотреть, кто там у нас есть сейчас онлайн. И есть ли вообще кто. Есть один человек. Давид, кстати. Ну давай, Давид, не подведи. Так, кто у нас тут еще попался? Так, у нас есть сумчатый лев. Давайте начнем с этого парня. Так, против Рекса. Усиляем и кровотечение. Блин, что-то он такой большой. Смотрите, какой-то Рекс маленький. Это быть такого не может. Ничего себе он рубанул нас. Не прикольно. Так, ну тогда нам что остается? Нанести удар кровотечения и покинуть этот мир. А, этот гаденыш побыстрее будет. Так. Ну, только ради контратаки его взял. Ой, ну чё она такая слабая? Четверть здоровья. А, четверть силы удара. Так, ну сейчас нам двойной урон должен прилетать. Посмотрим, переживем, не переживем. Да, но это хана, мы тут уже не выдержим никакой удар. Блин. Ну. Эх. Очень больно бьет. Блин, неким его задамажить.
у него вроде мало жизни, блин. Но он чертовски больно бьется. Блин, да сейчас прилетает двойной урон и все. Ну, слабенькие диносы. Вот эти вот. Спинозавриды все. Ну, кое-как выжил, но... Ну, этого хоть пробьем, может, сразу. Но это не было крита. Это был просто двойной урон. Или был. Но... Опять ты. Плохо дело. У меня никого побыстрее нет. А у него двойной урон сейчас, наверное, открыт. Ну давай, критани его по полной. Не кританул. Ну что-то как-то... Слабовато. И двойной урон, да, сейчас? О, вот эта хоть штука есть, может спасет нас. Да. Ирритатор, ты молодец. Не-не-не-не-не, подожди, сначала... Блин, а Эйнич бьется точно, я знаю, что он бьется больно. Тысячи, блин, я не выдерживаю ни одного удара. Черт подери. Да. Все, хана нам, ребята. Шансов нет. Шансов, к сожалению, нет. У меня все пробитые, все недобитые. Ну, если кританет, разве что. И то не хватило. Эх, чуток не хватило, ребята. Ну, команда спиничей слабоватая, но эти все спиничи, бариониксы, если команда только из них состоит, то она слабовата. Так, ну что, идем тогда. Не попался нам спиноникс, ну, что поделаешь. Вот такой вот, короче, ребятки, красавчик. Так что ставьте лайк, кому понравился данный вид спинозавра. И до скорых встреч, всем пока.